Хохочут клоуны, летают акробаты, крутится хула-хуп, и это называется цирк. Цирк — это очень весело. А когда по винту движется гайка, это называется винтовой передачей. И это, казалось бы, очень скучно. И вот эта скучная материя не дает покоя исследователям. Винтовая передача надежно работает во многих станках. Да вот что плохо. Большое количество энергии расходуется на трение. Оказалось, что если даже в цирке думать о винтовой передаче, рождаются удивительные идеи. А что если гайку заставить вращаться, как кольцо хула-хупа? Подумал профессор Бушенин. И эта мысль была началом принципиально новой конструкции. Когда мозг исследователя не знает отдыха, такой человек называется настоящим ученым. А это самая обычная белая крыса. Но под воздействием капель этого вещества, пептида, она способна на номера поистине цирковые. Итак, состязание. Кто дольше продержит хвост в горячей воде? Воду греют строго до 56 градусов. Еще не обожжешься, но уже изрядно горячо. Одна не выдержала. Вторая. А что же спортсменка с красным кольцом, отведавшая пептид? Она мирно дремлет, не чувствуя боли. Крыса, которая попробовала заветного вещества, стала намного сообразительнее. Посмотрите, она уже лакомится, в то время как ее подруга еще в пути. Пептиды состоят из молекул аминокислот. В зависимости от их комбинации, пептид влияет на то или иное свойство организма. Несколько капель, и мышка кажется себе большой и могучей. Не страшна ей никакая кошка, пока не кончится действие пептида. А что же кошки? Кошкам не до мышек. Кошки позируют художникам. Только художественная натура, считают кошки, может по достоинству оценить их изящество, грацию, плутовство. А это кошачий конкурс красоты.
Жюри хочет знать цвет глаз, длину хвоста, объем груди, талии, бедер. Впрочем, в жюри профессионалы, а не на работе. А для остальных посетителей международной выставки в Вене это несколько часов истинной радости. Для кого-то это первое открытие красоты. Вот он подрастет, возьмет в руки кисти, и появятся на полотне кошки. Настолько фантастические, словно их придумал сам барон Мюнхгаузен. Как-то морозный день. Я попросил кучера разогнать дорожную тоску нехитрой мелодией рожка. Но как кучер не дул в рожок, тот не издавал ни звука. Каково же было мое удивление, когда рожок заиграл сам по себе. Ну, конечно же, звуки на морозе застыли, а у печки оттаяли. Мы весь вечер наслаждались прекрасной музыкой. Фантазии Мюнхгаузена изобретатель Эдисон осуществлял на деле. Вот он, фонограф Эдисона. Крутится восковой валик, звучит музыка. Вращается валик, протягивается пленка, а в рожке хитрого барона ничего не движется. Вот бы и нам записать звук на неподвижную пленку и избежать огрехов механики. Утопия, сказали бы ученые всего несколько лет назад. А сегодня? Сегодня на такую пластинку можно записать несколько минут речи или музыки и никакого механического движения. Под действием звукового сигнала в магнитном поле перестраиваются крошечные магнитики, домены, а при воспроизведении они повторяют свои перестроения. Возможно, в будущем в магазинах появится не только звука, но и видеомагнитофоны с неподвижными доменными пластинками. Такого не сочинил бы и сам барон Мюнхгаузен. Тайн, чудес, загадок и открытий, и возбуждает интерес сплошная цепь событий. Друзья, вы все хотите знать, и я скажу вам, братцы, всего на свете не узнать, всего на свете не узнать, но можно постараться.